Более 1700 пожаров произошло в минувшем году в Восточном Казахстане. Свыше 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Ожоговое отделение больницы скорой помощи из Каменогорска работало круглые сутки и в авральном режиме. Сегодня на подмогу медикам пришло новейшее оборудование для спасения жизни. Это противоожоговая кровать – уникальное для региона оборудование. Здесь проходят реабилитацию самые тяжелые пациенты с 70-80% ожогов тела. Принцип ее работы таков. Пациент находится на воздушной подушке, что позволяет ему в кратчайшие сроки встать на ноги. В прошлом году воздушные кровати испытали в деле. На одном из заводов Усть-Каменогорска произошла авария. В ожоговое отделение экстренно доставили двух рабочих. Случай для большого города не единичный. За первый месяц 2015 года на территории Восточно-Казахстанской области произошло уже 32 случая пожаров. В 2014 году силами службы пожаротушения и департамента по чрезвычайным ситуациям на пожарах было спасено 322 человека. Раньше больных с высокой степенью ожогов направляли в больницы Астаны. Теперь врачи Усть-Каменогорска справляются своими силами. Чудо-кровати действительно выручают, говорят врачи. Их покрытие способствует естественному заживлению даже самых опасных ран. Раньше справлялись как по старым методам. Обычно переворачивали больных, больше перевязок делали. Сейчас на этой кровати даже перевязки меньше делается. Современное медоборудование помогли приобрести местные предприниматели. С его помощью спасли уже десятки человеческих жизней. Вячеслав Фетлугин, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск.